Сегодня вместе с вами мы будем готовить аджи бибир, соленый перец. Как приготовить соленый перец аджи бибир? Для этого вам понадобится вот такой острый перец. Прежде всего, перец нужно помыть холодной водой. Нужно отрезать вот эти вот все хвостики. Вот так небрежно надо утрамбовать наш перец в банку. Теперь берем мы, смотрите, 5-6 головок чеснока и мелко вот так разрезаем. И, естественно, сюда засыпаем в банку наш чеснок, перец. Так, я утрамбовала перец в баночку. И теперь мы будем готовить рассол. К моему удивлению, для рассола нужна холодная вода из холодильника. Так как я готовлю одну банку, вообще такая пропорция. На 1,5 литра воды, 5 столовых ложек с горкой соли для соления, стакан уксуса. Но у нас с вами меньше банка, одна банка. Мне кажется, здесь надо делать половину порцию. И напоминаю, воду берем с холодильника. Смотрите, здесь литровая, я где-то 750, да, буду так делать. Все на глаз. Ну, а что тут? Вот, чуть-чуть еще. Потому что все сюда не заполнится. Ну, вот достаточно, если что, долью. Беру, значит, полстакана уксуса. Уксус у меня вот такой. Не знаю, какой он. Не рассмотрела. А так нужно 5% столовый. И 5 столовых ложек. А мы берем с вами 2,5, правильно? И ждем, пока растворится у нас соль. Не знаю, насколько это все будет быстро или долго, потому что холодная вода. Но будем ждать. Соль почти вся растворилась, и мы что делаем, друзья? Заливаем, наполняем нашу банку. Дай бог, чтобы все хватило. Все, даже, видите, пол-литра, мне кажется, достаточно. И вот ждем, пока воздух выйдет, накроем крышечкой, и все. И спрятать нужно в холодное место. Я не знаю, если у вас балкон есть, может, холодильник это, если у вас есть место. Через 20 дней он будет готов. Приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, вам понравился такой простой рецепт приготовления.